Консультативный совет по развитию финансовых услуг призвал власти Гонконга признать цифровые валюты и инвестировать в развитие технологии блокчейн. В отчете консультативной группы говорится, что вывод развития финтех-индустрии на один уровень с традиционными финансами обеспечит хорошие перспективы для развития всего финансового сектора Гонконга. Также было высказано предположение о целесообразности определения прав и обязанностей собственников криптовалют и установки соответствующего правового режима для их обращения.